Я в вооруженных силах в Красной Армии с 1939 года. Наш полк стоял на охране Комсомольского на Амуре. Это был крупнейший в то время центр и военной, и гражданской промышленности. Утром завтракаю, пью чай, там кофе. Слышу, раз прилетел самолет с воем, второй раз прилетел самолет. Вышел на третий раз, вижу, он пикирует. Я сразу оделся и пробегаю на аэродром. Меня встречают на аэродроме и говорит, началась война. А самолет, который летал, он уже лежит на брюхе на земле. Я получил назначение на фронт. Это была первая и единственная дивизия истребителей бомбардировщиков Як-9Л. И я сразу же включаюсь в бою. Проверяю эскадрилью, самолеты, состояние самолета, каждое и все приборы и оборудование. Это была восточно-прусская операция Багратиона. И я за эту операцию обслужил 820 боевых вылетов эскадрильи. Эскадрильи 15 самолетов. Самое сложное, что было, это мне до сих пор помнится, когда летчик не вернулся. Перед концом войны меня ранило, прострелила руку, шальная какая-то дурная пуля. Самолет пролетел, и летчик говорит, у меня связи нет. Чтобы эту антенну снять, я принес стремянку, встал, достаю, вот. И в это время слышу звон, вот, и тюрочек крови. Ну, в кармане всегда в технаря есть тряпка, задел, вот. Я видел Минск разрушенный, и сейчас, Минск сейчас, картинка, надо всегда помнить, молодежи, помнить и брать пример, как жили предыдущие. Традиции надо поддерживать, а традиции – это любовь, уважение и труд. А наше поколение победило, а потом восстановило и отдало вам молодежи.